в городе Донецке начали интенсивно снимать тротуарную плитку. Ее аккуратно сложили на палеты, замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении. Плитка нашлась в городе Мариуполь. Как вам, дончане, это нравится? Как известно, российская пропаганда утверждает, будто бы Россия сейчас просто невероятными, сумасшедшими темпами восстанавливает захваченный ею Донбасс. Российские СМИ выпускают десятки сюжетов о том, как Россия выделяет какие-то космические деньги, там сотни миллиардов рублей на восстановление Мариуполя, на восстановление других разрушенных российской же армией городов. И утверждается, будто буквально нужно чуть-чуть подождать, там годик, максимум два, и Донбасс превратится просто в цветущий сад, а разрушенные города станут лучше прежнего. Самое внушительное строительство развернуто в Мариуполе. В Мариуполе мы наблюдали огромные масштабы восстановления. В Мариуполе они построили целый город примерно за полтора года. Сейчас Мариуполь словно одна большая строительная площадка. Ее можно назвать всероссийской. Города Донецкой Народной Республики приобретают обновленные вид и возможности благодаря шефской помощи российских регионов. Строители со всей России прикладывают максимум усилий, чтобы поскорее восстановить Мариуполь. Строительные бригады работают с опережением сроков. Но это всего лишь ложь пропагандистов. А вот как восстановление Донбасса выглядит на самом деле. Жители Донецка рассказывают, что сейчас на центральных улицах города оккупанты снимают старую бэушную тротуарную плитку, которую отправляют в Мариуполь под видом новой, и там кладут на тротуары, делают из нее там какие-то детские площадки и так далее. А в Донецке вместо тротуарной плитки, которая могла бы еще служить очень долго, укладывается сейчас дешевый и некачественный асфальт. Укладывается какими-то азиатскими рабочими. Очень небрежно, очень некачественно, так буквально тяп-ляп. И даже на видео, которое снимают дончане, понятно, что он пролежит там, очевидно, до зимы, и потом его смоют ближайшие сильные дожди. Давайте просто посмотрим видео, которое снимают сами же жители Донецка. Пару месяцев назад в городе Донецке начали интенсивно снимать тротуарную плитку. Ее аккуратно сложили на палеты, замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении. Вместо плитки был положен асфальт. Качество можете посмотреть дальше в ролике. Плитка нашлась в городе Мариуполь. Там сделали шикарные спортивные площадки на берегу моря. Как вам, дончане, это нравится? Наверное, это был подарок от города Донецка городу Мариуполю. Перекрыли асфальт на проспекте Ильича, 91. Сняли плитку, положили вот такой асфальт. Это до первых заморозков, до первых дождей. Он уже вот отходит. Вот, его можно рукой отковырять. Классное такое покрытие. И причем это везде такая песня. Вот, он уже рассыпается, это его только положили. Вообще красота по всему проспекту. Видишь, что да, ребята, и не веришь, что ты в Мариуполе вообще просто. Здесь сделали полностью, вложили все дорожками. Вот до сих пор, кстати, продолжаются здесь работы ремонтные. Вот так и выглядит в реальности так называемое восстановление Донбасса. То есть оккупанты просто снимают тротуарную плитку в Донецке, везут ее в Мариуполь и там кладут под видом какой-то щедрой, невероятной помощи из России. То есть они грабят один захваченный город, чтобы часть награбленного вывести в другой захваченный город. И все это подается как помощь, как невероятная просто щедрость. Посмотрите, пришли россияне, как стало хорошо. Это все потом показывается на всех телеканалах российских. Выходят вот такие лживые сюжеты о том, как плиточку новую положили и так далее. А в реальности происходит вот что. Да? То есть мы видим, что в России выделяются какие-то сотни миллиардов рублей. И я не удивлюсь, что они выделяются на самом деле. Я думаю, это даже не вранье. Они их реально выделяют. Просто в итоге эти деньги не доходят. То есть они их крадут себе, чиновники крадут в карман, российские власти крысят все эти там триллионы рублей, которые они выделяют на восстановление Донбасса. А сами берут плиточку, украли там, в Донецке, в Макеевке, в Горловке, переложили
В Мариуполь шахер-махер, все понятно, как бы вот, а миллиарды рублей ушли кому-то на карман, какому-то русскому министру, там очередному депутату, какой-то племяннице Путина, там, ну и так далее. Да, все мы в курсе, как это происходит. Схема идеальна, потому что контролировать невозможно. Это оккупированная прифронтовая территория, никакого контроля нет. Его и в России нет, мы понимаем, да, там нет оппозиции, там нет каких-то организаций оппозиционных к правительству, которые могут мониторить такую коррупцию. Но тем более на оккупированных территориях серая зона, черная дыра, они даже по российским законам не считаются российскими, там до сих пор граница, там не действуют российские законы, там можно творить что угодно, они просто используют войну, да, горе людей, вот эту всю ситуацию, они ее создали для вот этого безграничного, беспредельного воровства. Вот конкретный пример, как на этой войне российское руководство наживается. Вот, пожалуйста, то есть происходит, по сути, ограбление этих захваченных территорий, ограбление Донецка для того, чтобы замаскировать воровство на восстановление Мариуполя или каких-то там еще других городов. И о том, что так будет, понимали и предупреждали все абсолютно нормальные, адекватные люди, потому что понятно, что Россия ничего не будет на Донбассе восстанавливать. Ну, никогда оккупант не приходит, чтобы кого-то осчастливить, одарить и озолотить. Всегда приходит, чтобы грабить и наживаться на оккупации, на войне. Ну, это закон, это в истории тысячи лет было так, никогда не было иначе. И вот сейчас мы видим то же самое. Россия у себя не восстанавливает города. В России, кроме там Москвы, Петербурга и нескольких мегаполисов, большая часть России выглядит запущенные какие-то нищие свалки, просто помойки, города неухоженные, полузаброшенные, грязные. Но они у себя не могут это сделать, навести порядок. Вы думаете, они будут реально тут, в Украине, какие-то цветущие сады строить на оккупированных территориях, которые им даже юридически не принадлежат и никем не признаны? Ну, конечно, нет. То есть, вот, пожалуйста, для чего нужна эта война. Они вот так вот на ней наживаются. Это только один маленький эпизод с плиточкой. А представьте, сколько всего, какие объемы, какие финансы и сколько они всего крадут. Вот эту информацию крайне важно доносить. Очень важно, чтобы все понимали, что Россия делает на Донбассе на самом деле. Что она там творит, для чего все это нужно. Поэтому я попрошу, распространяйте эту информацию. Прямо сейчас оставьте лайк или какой-то комментарий к этому видео. Оно так получит больше охват, больше людей, соответственно, его посмотрят. Подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Давайте доносить эту информацию вместе, чтобы все знали, что нет никакого освобождения Донбасса, никакого восстановления Донбасса, а есть просто масштабный грабеж, на котором российские власти зарабатывают сегодня триллионы.